Школа фотографии Open Photo представляет. Здравствуйте, друзья! Мы добрались до первой точки нашего фотопутешествия, нашей экспедиции. За моей спиной Баренцево море, а за Баренцевым морем, как известно, простирается Ледовитый океан. И километры, километры воды, водной глади, льдов, торосов. И где-то там очень-очень далеко, вот там вот за мной, должно быть побережье Америки, но уже по ту сторону Северного полюса. Рядом со мной знаменитый поселок Тереберка, залив, который выходит, как я уже сказал, в Баренцево море. Вокруг нас совершенно неземной ландшафт. Ощущение, что мы покинули эту планету, мы находимся совершенно в ином измерении. Вы знаете, вообще сложно передать словами то, что сейчас ощущается. Я буду еще об этом говорить, но позже, потому что сейчас меня переполняет ощущение, переполняет красота расстилающегося вокруг меня пейзажа, мощь, эти скалы, мхи. Здесь нет ни одного дерева, вообще ни одного. Здесь только камень, мох. И маленькие-маленькие кусты карликовые, и больше ничего. Ну, океан, конечно. Мы оказались здесь благодаря Русскому географическому обществу и особенно благодаря усилиям Валерии Ушаковой, которая, собственно, организовала эту экспедицию. Благодаря ее усилиям мы сейчас находимся здесь.